Здравствуйте, меня зовут Леонид, я из города Санкт-Петербург, занимаюсь заточкой парикмахерского инструмента. Сейчас я осваиваю заточку маникюрного инструмента. Для этого у меня есть станок ADEM-102. Так как я затачиваю парикмахерский инструмент, и в основном ножницы я затачиваю от руки, я сначала пробовал затачивать маникюрный инструмент от руки. Ну, скажу честно, у меня ничего не получилось. Потому что при шлифовке передней поверхности я оценивал, как идет шлифовка. И второй раз у меня не удавалось попадать в свой же угол. И для этого я решил все-таки докомплектовать свой станок зажимом для маникюрных кусачек от компании ADEMS. Вот так вот он выглядит. Очень легко устанавливается в манипулятор. Сейчас я вам покажу, как он регулируется. Регулировки, ну, трудно где-то найти. Так, чтобы близко и все было видно. Первое, что можно регулировать вверх-вниз. Второе, вокруг оси для подвода к заточному кругу. Его даже можно на 360 повернуть, пожалуйста. Вот, все затягивается от руки. Специальные барашки. Руками, здесь рычаг, сюда зажим, также здесь барашек, под эту планку устанавливаются кусачки, и вперед-назад подается свобода движений, или же слева направо, справа налево. Можно и к этому диску также затачивать другое полотно, вперед-назад, слева направо, как удобно. Сняли. Оценили, как у нас идет шлифовка. Устанавливаем снова манипулятор. Все углы, пятно контакта, все у нас совпадает. И мы продолжаем вышлифовывать дальше переднюю поверхность на маникюрных кусачках. Отдельно хочу сказать про использование на заточных кругах профиксов. Очень удобно. Достаточно один раз отбалансировать круг, устранить биение. В компании ADEMS есть вот такое приспособление ADEMS Helper. Вот алмазный карандаш устанавливается сюда, устраняется биение, вынимается карандаш, устанавливается в другое отверстие под углом и устраняется биение с боков круга, слева и справа. Вкручивается вот алмазный карандаш сюда. Он потом фиксируется гаечкой. Для гаечки есть ключ. Устанавливается так, здесь паз. Все ровненько. С этой стороны отбалансировали круг. Перевернули. И подводом карандаша, прокручивая диск, мы смотрим, где цепляет, и потом выравниваем. Очень удобно. Также этот можно использовать, допустим, как и столик. Профиксы. У меня специально сейчас гаечка ослаблена от руки, чтобы не тратить время, не возиться с ключами. Мы снимаем один диск. Допустим, вот коронку мы сняли. Очень легко. Он у нас настроенный один раз. Мы его потом снова ставим. Никаких регулировок больше не требуется. Также ставим, если понадобился алмаз, мы его быстренько ставим сюда. Затягиваем. Ключи в комплекте есть. Я не буду сейчас ключами затягивать. Просто все. Естественно, алмазные круги балансировать не надо, они отбалансированы на заводе. Также устанавливаются и магнитные чашки.
одевается сюда профикс. Его тоже балансировать не надо. В компании ADEMS магнитные головки, они отбалансированы. Вот этот зажим идет со станком PRO 2 сразу же в комплекте. Это для заточки, ну, каких-то бытовых ножниц или обычных простых кухонных ножей. Также легко устанавливается. Затачиваем. Сняли, посмотрели. Для полировки режущей кромки переворачивается угол. Не меняется у нас, как выставили угол. Он так и будет. Здесь есть шкала. Уже с углами. Поэтому мы не используем дополнительно никаких угломеров. Здесь есть насечка с углами для ножей и для ножниц. Вот я сегодня пробовал заточить кусачки с помощью манипулятора и зажима. Ну, давайте посмотрим, что у нас из этого вышло. Я не хочу сказать, что у меня, конечно, все получилось идеально. Но вот, как вы видите, тонкую пленку все режет. Это вот я, не имея опыта, используя оборудование ADEMS, ну, хочу сказать, что достаточно получился неплохой результат. Так что все начинающие, кто осваивает маникюрный инструмент, советую приобретать станок ADEMS PRO 2, обязательно зажим для маникюрных кусачек. И еще я скажу, почему я выбрал ADEMS PRO 2. В компании ADEMS есть приспособление для вышлифовки парикмахерских ножниц задних поверхностей, так скажем, для восстановления конкейва. Я планирую тоже освоить эту операцию. Это уже будет очень высокий уровень оказания услуг заточки парикмахерских ножниц. Потому что мы сможем так восстанавливать уже, ну, достаточно убитые ножницы, сильно испорченные, что мало кто делает. Поэтому очень рекомендую компанию ADEMS. Звоните, обращайтесь, получите консультацию, приобретайте оборудование. Всего вам доброго.